Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Меня задело сообщение в интернете, вот такое, считай. Торговля церковными таинствами – это и есть мерзость запустения. На сайте журнала «Фома» в колонке главного редактора, хорошего и уважаемого мною человека Владимира Романовича Легойды, появилось интересное видео. Владимир Романович Легойда, ударено, родение 8 августа 1973 года, Кустанай, Казахская ССР, СССР. Кто он такой, по порядку, российский? И церковный и общественный деятель, журналист, педагог, специалист в области культурологии, политологии и религоведения. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и средствами массовой информации Московского патриархата с 24 декабря 2015 года. Даша, кандидат политических наук, доцент кафедры международной журналистики, профессор кафедры мировой литературы и культуры МГИМО МИД России. Главный... Знаешь, какой МГИМО? Государственный... Международный государственный... Институт международных отношений. Ага. Главный редактор журнала «Фома», возраст 43 года. Ну, то есть известный очень человек. И выступил против торговли. Вообще, какие дела начинают твориться-то? Дальше. Владимир Легойда. Почему в церкви все за деньги? Для меня это тоже наболевшая тема, поэтому счел возможным прокомментировать материал «Фоме». Комментарий редактора «Душа». Прекрасное выступление уважаемого Владимира Романовича Легойды, но с кое-чем все-таки не соглашусь. То есть, еще я скажу, тут и я не соглашусь. Христос – это главное, и говорит необходимо о главном, и видит необходимо главное. Главное с большой буквы. Но есть то, что... Ну не говори, что главное. Это главное – это проповедь, благовестие. Они нигде это не упоминают. Главное, чтобы знали Христа и Библию. Он нигде об этом не говорит. Главное, три раза повторил, непонятно о чем. Но главное это в этом, что он все-таки против торговли. Таинствами не торговать. Но восклицательный знак. Есть то, что смущает многих, особенно только что вошедших в церковь людей. В некоторых современных храмах... Не в некоторых, а повсюду. Некоторых. И это реальная торговля церковными таинствами. Крещение, венчание, соборование и другие. А не добровольные пожертвования на церковь. Всегда необходимо отделять добровольные пожертвования от... примерного или рекомендуемого размера пожертвований. О, как еще умно сказали. Рекомендуемый размер добровольных пожертвований. То есть от ценников и торговли, хотя и закамуфлированной. Церковное таинство от церковной утвари. Вот это он разрешает. Кто же спорит с тем, что церкви необходимо на что-то жить и действовать? О десятине вообще слова нету. Конечно, необходимо. И можно, и нужно торговать. Например? Например, свечами, иконами, крестиками, лампадным маслицем, книгами, да мало ли чем. Ну чем еще, мало ли чем? Конфетами, пиво специальное, хлеб монастырский, вода монастырская. Кто запрещает? Ни совесть, ни Библия вас не касается. И здесь уместно сравнение уважаемого Владимира Романовича с католическими традициями, электрическими свечами. Но неуместно другое. Торговля таинствами. Вот против этого они оба. Поэтому очень важно эту тему не передергивать. Часто критиками торговных отношений ставится вопрос именно о торговле таинствами, то есть благодатью Божией, а не какими-то церковными атрибутами. Вот в чем вопрос. И это самая настоящая мерзость перед Богом, мерзость запустения. Ну заговорили как? Представь себе, центральный журнал, говорится, помощник по внешним связям патриархии. Так. Ибо такая торговля таинствами ведет к торговым отношениям с Богом, а значит к магии. Где есть магия, там отсутствует благодать. Вот договорились, отсутствует благодать, оказывается. Дальше. А отсутствие благодати – это присутствие дьявола. Ничего себе, куда договорились-то, ты слышишь, нет? Присутствие дьявола. Торговали, говорит, 2000 лет, и наконец узнали, что дьяволу давали. Ибо свято место пусто не бывает. Это и есть мерзость запустения. И именно это необходимо запретить категорически. И запрещать в служении тех, кто торгует таинствами, а не свечами и другой утварью. Ничего не получится. Абсолютно невыполнимая задача. Кроме этого, ведь не только торгуют, но даже не объясняют, что такое крещение, соборование, венчание. То есть, люди не знают, заплатил? Заплатил, получи. Без всяких объяснений.
Как здесь можно увидеть главное? Никак. Вот в чем суть, например, моей критики о недопустимости торговых отношений с Богом, то есть с главным, кого мы должны увидеть в церкви. Нет никаких оправданий торговли благодатью Божией. Торгует. И сегодня он написал, и завтра торговали, будут торговать. Где и когда сам Христос и церковь определила, что необходимо строить и содержать храмы, приходы и епархии за счет торговли благодатью Божией? Нет такого. Нет денег, не стройте. Вот и когда-то все. Молиться можно где угодно. Но молодец. Но строить за счет торговли Духом Святым, это уже какое-то полное извращение. И дальше показали это добровольное пожертвование, тут ну, не прочитаешь, считай. Ценник на фото закамуфлированный под пожертвование в кавычках, но с четкой определенной суммой. Это самое настоящее фарисейство. Заметьте, как тускло и мелко написано о пожертвованиях, и как жирно и ярко указаны суммы. Подметил все. Там крещение мелконько, а сумма там рублями-то. И приходящие в храм обращают внимание не на заголовок, а на конкретную указанную сумму. Слава Богу, это происходит не везде, но грязь на всю церковь льется именно из-за этого. Читаем Евангелие от Марка, 15. Одно место только привел Писание, все. Пришли в Иерусалим, Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме. И столы миновщиков и скамьи продающих голубей опрокинул. 16 стих. И не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. Вот еще что. 17 стих. И учил их, говоря, не написано ли, дом мой, домом молитвы наречется для всех народов. А вы сделали его. Вертепом разбойников. Читаем толкование блаженного Феофилакта Болгарского на этот отрывок. Это все Фома. Это все Легойда говорит. Моего ни одного слова тут нету. Об изгнании Иисуса миновщиков повествует и Иоанн, но он говорит об этом в начале Евангелия. Напротив, сей Марк, к концу. Поэтому надо бы думать, что это последнее изгнание было второе, что и служит к большему осуждению иудеев, так как они не обратились, несмотря на то, что Господь неоднократно так поступал с ними. Храм называет он вертепом разбойников по причине корыстолюбия миновщиков, ибо разбойнический род предан грабительству. А как и продавцы в храме торговали жертвенными животными ради корысти, то и названы разбойниками. Миновщики занимались разменом денег, обличителем их Господь представляет и пророка Исаию, который говорит «Дом мой домом молитвы наречется» Исаия 56:7. «Будем же молиться, чтобы и нам не быть изгнанными из церкви, ибо многие ходят и в нашу церковь для того, чтобы продавать доброе и покупать худое». Это Феофилак говорит. «Есть и такие, которые, устрояя и правя дела церковные, имеют столы полные денег. Они все делают из корысти». И спровергают... Ну, дальше смотри. Я никогда об этом не говорил. Он какое толкование дает Феофилак-то? «И спровергаются также и седалища продающих голубей, то есть престолы архиереев, продающих духовные дары». Вот куда добрался. «Ибо голубь есть образ Духа Святого, да извергнет Господь такого святителя от святительства». Еще придумал еще. «Ибо проклят тот, кто рукополагает за деньги». Они тебя 100 раз анафеме предадут, если хоть одного архиерея бы свернуть. «Равным образом продает голубя своего и тот, кто продает дьяволу благодать и чистоту, полученную в крещении. Зато он и изгоняется вон из церкви». Все, это говорит Феофилак. Дальше. Покойный патриарх Алексей II жестко критиковал подобные торгово-рыночные отношения в некоторых храмах. Он прямо сказал, каких разбойников, бандитов напринимали в церковь, бандитов. Современные и совсем не святые толкователи толкуют по-другому, по принципу «я не я и лошадь не моя». Мол, в этом отрывке совсем про другое. Якобы Христос выгонял только миновщиков и продавцов живности, но тут уж кому-то какое толкование ближе. К нам в редакцию частенько приходят сообщения и вопросы на эту тему. К сожалению, то, что таинство не совершается над человеком, в некоторых храмах, если человек их не желает оплачивать, или у него нет средств для этого, это неоспоримый факт. И мало кто пойдет жаловаться выше, просто уйдут и все. Но также является неоспоримым фактом, что есть храмы,
где нет никаких ценников и торговли таинствами. Например, в храмах, где настоятелем является протоиерей Дмитрий Смирнов. Это ролик стоит, самый наглый поп. Самый наглый поп Дмитрий этого. Планеты. Его спрашивают, как он говорит, ну, приходит, ничего не знает, да хоть деньги, говорит, с них взять. Хоть какая-то польза будет. В храме, где я служу, настоятель тоже не торгует таинствами. И никаких примерных размеров пожертвований тоже нет. Поэтому прав, Владимир Романович, есть что обсуждать. А думать, несомненно, необходимо о главном, о Боге, о спасении души, о добром и прекрасном, о любви. Вот так и все. Ну, он по любви к деньгам и делает. Один выиграл, что-то большой выбор, выигрыш-то, спрашивает, а как вы думаете деньги потратить? Он говорит, без любви я не потрачу ни копейки. А это он сказал о жене, любовь звать ее, жена. Так вот, смотри, теперь материал прочитаем, который к истинному православию есть. Торговля в храме – мой материал. Так, подожди-ка, я его сделаю побольше маленько, чтобы тебе удобно было считать. На 20-й переведу, ну и сделаю пожирнее. Давай. Божий храм и торговля несовместимы. Известный в крае православный проповедник Игнатий Лапкин твердо исповедует солженицыновский принцип «жить не по лжи». Это из газеты я взял. Несмотря на жесткую критику многих православных иерархов, его позиция находит понимание и у архиереев Русской Православной Церкви. На прошлой неделе его скромное жилище посетил епископ Барнаульский и Алтайский Антоний. Епископ принял трапезу в доме проповедника, в ходе которой они обменялись мнениями о практике совершения на Алтае различных православных обрядов. Существует выражение «отмывать деньги, добытые преступным путем». Это делается, как правило, через вложение пахнущих грехом окаянных тугриков в законное производство. Деньги пахнут, это известно уже минимум как 3600 лет со дня написания Торы, первой части Библии. «Не вноси платы блудницы и цены пса в дом Господа Бога твоего, ибо то и другое есть мерзость пред Господом Богом твоим». Второзаконие 23:18. Так, пошло. То есть на строительство и содержание церкви не должно принимать пожертвования из секс-индустрии или добытого за алкоголь, наркотики, табачное, преступным путем. Но самые преступные деньги, полученные за продажу человеком его души. А это делается тогда, когда человека обманом завлекли в торгашеские отношения с Богом, устраивают индульгенции, симонию, за деньги пытаются откупиться от возмездия за грехи, без исправления жизни. Все прощения и милосердие Богочеловека Иисуса Христа безграничны, и только дважды Спаситель мира к грозным своим обличениям прибавляет немедленное наказание. И случилось это в самом святом месте, в храме Божием, где алчные духовные вожди устроили дом торговли, вертеп разбойников, продавая в доме молитвы жертвенных животных, сплетший бич из веревок. Сын Божий изгнал служителей Мамоны и запретил навсегда даже проносить через храм какую-либо вещь. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Все это происходило с ними, как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. 1 Коринфянам 10:6, 11 стих. Обличаемые совестью корыстолюбивые священники и архиереи лишь на следующий день попытались отомстить Агнцу Божию за рассыпанные на полу церкви дивиденды. Ради гнусных прибытков тогдашние менялы и собиралы через Верховный Совет, через Думу протащили закон о том, что жертвенных животных можно покупать только у них, хотя бы человек имел и свои тысячные отары овец. При своем епархиальном управлении продавали голубей, овец, волов в 13 раз дороже номинальной стоимости. Но еще Карл Маркс уверял, что при 400% выгоды нет такого преступления, и даже под страхом виселицы, на которой не пойдет капитал. А церкви умудрились добывать прибыль до 2000%. Это цена крови. Матфея 27:6. И как сказал патриарх Алексей II, кавычки открыты, каких бандитов принимают церковь, настоятель превращается в диктатора.
Все чаще поступают жалобы на то, что от священников пахнет водкой и табаком. Нередки случаи, как мне известно, и ссоры между духовенством и приходскими советами из-за дележа собранного. Кавычки закрыты. Кавычки закрыты. Господь их Христос предупреждает: не можете служить Богу и мамоне. Невозможно соединить благоговейную тишину молитвы и базар торговли. А откуда это взято? Официальная хроника Московской патриархии, номер 2, 93 год, страница 18, номер 3, 94... 1 и 3. 1 и 3, 94 год, страница 34-38. Вот откуда взято. И при том торгуют нечистым, к чему, как мерзости, нельзя прикоснуться, чтобы не оскверниться, ибо повелено Богом приносить ему жертву только из чистого воска, из чистого елея. Все чистое, а нечистое – нечистому. Чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого, Левитам 10.10. От нечистых невосковых свечей портятся лики икон, зрение прохожан. Каноны православной церкви категорически запрещают вести какую-либо торговлю в храме и церковной ограде. Кавычки открыты. Приближалась Пасха иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. Это все в газете, моя статья. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда и дома отца моего, не делайте домом торговли. При всем ученики его вспомнили, что написано: ревность по доме твоем снедает меня. Иоанна 2, 13, 17. Кавычки открыты. Вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. Матфея 21, 12. Кавычки открыты. Никто не должен внутри священных оград корчевницу или различные снеди поставлять, или иные купли производить, сохраняя благоговение к церквам, ибо Спаситель наш Бог, житием своим во плоти, поучая нас, повелел: не твори дому отца своего домом купли. Он и пеняжникам рассыпал деньги, и изгнал творящих святый храм мирским местом. Посему, если кто облечен в реченном преступлении, да будет отлучен. 6 Вселенский собор, 76 правило. Кавычки открыты. Подобает в церкви стоять со страхом и трепетом, и Бога молить и со слезами и о своих согрешениях, о шептании бы и роптании, и празднословии, и непотребного рассуждения, и судов, и повести, и иных неподобных речей, и словес во время божественного пения никогда же бы не именовалось, потому что священные апостольские и отеческие о всех о тех неподобных делах заповедуют и под запрещение полагают, как и Господь Бог наш, войдя в церковь и найдя в ней продающих и покупающих волов и голубей, и сделав бич из веревок, и изгнав всех бесчестных из церкви, и в церкви все прокинул, и уменял столы, у продающих голубей сказал: возьмите это отсюда, не делайте так. И сказал им: храм мой, храм молитвенный зовется, а вы же сделали его вертепом разбойников. То насколько более надобно священникам о церковном порядке заботиться и бесчинникам запрещать, и после первого, второго предупреждения повелевать таковых изгонять вон и от церкви отлучать, пока не исправятся. О, какие власть дается! Стоглавый собор, 38 правило. Бог установил содержание священства и храма за отдание каждым членам церкви десятой части со всех своих доходов. Кавычки открыты. И всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу. Это святыня Господня. Левитам 27.30. А сынам Левия: вот я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службы в скинии собрания. Числа 18.21. Туда приносите все сожжения ваши, и жертвы ваши, и десятины ваши, и возношения рук ваших, и обеты ваши, и добровольные приношения ваши. Второзаконие 12.6.
и начатки из молотого хлеба нашего, и приношений наших, и плодов со всякого дерева, вина. И масло мы будем доставлять священникам в кладовые при доме Бога нашего, и десятину земли нашей левитам. Они, левиты, будут брать десятину во всех городах, где у нас земледелие. Иеремия 10:37. Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих, и не соблюдайте их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Вы скажете, как нам обратиться? Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиной приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных, и не залью ли на вас благословение до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. Малахия 3:7-11. Я же один часто ходил в Иерусалим на праздники, как предписано всему Израилю, установлением вечным, с начатками десятинами произведений земли и начатками шерсти овец, и отдавал это священникам, сынам Аароновым, для жертвенника. Десятину всех произведений давал сынам и левиинам, служащим в Иерусалиме. Другую десятину продавал, и каждый год ходил и издерживал ее в Иерусалиме. А третью давал, кому следовало, как заповедала мне Девора, мать отца моего, когда я после отца моего остался сиротою. Тавитам 1:6-8. В Киеве на месте гибели первомученика Феодора и Иоанна была воздвигнута десятинная церковь во имя Успения Божией Матери, ставшая центром общерусского сбора церковной десятины, пожалованной церкви святым князем Владимиром Василием в крещении. Деньги или подарки запрещено брать за крещение, за таинство и требы. Если кто епископ или пресвитер или диакон, деньгами это достоинство получит, да будет извержен и он, и поставивший, и от общения совсем да отсечется, как Симон Волх. Апостольская 29, 6 Вселенский собор 23 правило, Стоглавый собор 44, 45 правило. Если Слово Божие угрожает погибелью всем идолопоклонникам, служителям Меркурия, бога торговли, обманывающему, обвешивающему, делающему пересортицу, проданные свечи перепродают по несколько раз, или тушат свечи, не давая им сгорать, воруя на огарках, хотя закон гласит, Богу все сожжения, то почему бы раз и навсегда не выбросить торговые точки из храмов? Это слово «все сожжения» встречается в Библии 270 раз. Псалом 50, 18, 21, Марка 12, 33. Тут и встает вопрос, если нет катехизации, оглашения длительного, основательного, научения приходящих, то ясно, что нет и обращения, рождения свыше, нет общины, нет единой послушной церковной семьи, нет и спасения, все чужие друг другу, нет дисциплины, и никто не будет платить налог, десятину церковную. А деньги-то нужны в любом случае. Пошли по иному пути церковники, епархия. Человек грешит, потом хочет замолить грехи. Больше покупать свечей, больше грешит, больше доход. Грехами народа моего кормятся они, Осия 4:8. А при позорной, проклятой Богом церковной торговле, душами и телами нет ничего духовного, но греховное пришел-ушел. Все чужие друг другу, и добытые таким преступным путем деньги в храме издают запах крови и тлена, и пока не выбросят комки из храма, это не храм, дом молитвы, говорит любящий нас Иисус, но разбойничий притон, дом торговли в честь покрова Богородицы, в честь Николая Угодника и в честь Александра Невского. Журнал «Время и деньги», 5.03.96 год, номер 13. Ну что, на Легойду не похоже? Они гладят так по макушке. Иоанн Златоуст говорит, гной губкой размазывают. Только-только, ничего не изменится. Ну, я говорю, а как у нас-то не берут? Ну, вообще никак, и с тарелкой не ходят. И на все хватит. Ну, и все на этом. Торгаши, берегитесь Бога.
Я считаю так, что куда, где торговля идет, туда еще Христос не заходил. А если он заходил, значит, там торговли не будет. Все. Благодарю.